чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Яна, вітаю зірку дизель-шоу з народженням сина вже за тиждень після пологів. Ти була на сцені. Привіт! Все хорошо. В общем, рожала я в Германії. Потом я поехала в Милан, провела 2 дня в Париже, потом мы поехали в Швейцарию. Все понятно, да. А где ребенок? Блин, ребенок! Як так швидко? На самом деле, у меня были прекрасные роды, и поэтому я как-то быстро восстановилась, и сын мне сказал: «Мама, ты артистка, иди выступай». Як вітали колеги? Чи, можливо, влаштовували концерт просто під вікнами пологового будинку? Я даже не знала, что они будут меня, так сказать, встречать на выписке. Я спустилась к своим родственникам и вижу, что они там все с цветами, с большим таким плюшевым медведем. Поздравили, и потом они очень обрадовались, что я все-таки выйду на сцену. Ни один концерт я еще все-таки не пропустила. Все-таки временно выступала, и сейчас уже после родов смогла быть с ними. Як так швидко повернулися у форму? Вийти на сцену через тиждень після пологів – це певне випробування. Даже если я видела какие-то недостатки, я их умело скрыла, потому что как бы женщина шикарно не выглядела, мне кажется, что она всегда в себе видит недостатки. Так получилось, что во время родов я и занималась в тренажерном зале. Мне разрешали заниматься. Там у меня были такие пенсионерские тренировки, как я их называла. И я ходила на массажи, ела правильную еду. В общем, я беременности себя берегла, всю беременность, и поэтому так быстренько смогла войти в форму.